В городском округе Люберцы работает компания по производству архитектурно-декоративных изделий из камня. Предприятие, расположенное в поселке Красково, занимается обработкой природного строительного материала. Наша съемочная группа увидела, как создаются элементы, которые украшают фасады зданий и сооружений. Небольшое, но уникальное предприятие. Именно здесь изготавливались материалы для отделки храма Спаса Преображения в Переделкине, музея заповедника Царицына, храма новомучеников церкви Русской на Лубянке и главного храма Вооруженных сил России. В основе всей продукции только натуральный камень. Поставляем блоки с карьеров разных из России, Казахстана, Украины в меньшей степени. Ну, Россия, регион, это основной Урал, Санкт-Петербург, Карелия. И здесь обрабатываем уже из этого блока, уже у нас получается разная продукция. Затем эта продукция находит себе применение в строительной отрасли. Из готового материала в дальнейшем изготавливают столешницы, подоконники, а также архитектурные элементы для облицовки фасадов зданий. В производстве используют около 200 видов различного камня. Предприятие с историей, оно было основано в 1996 году. С 2005 года они здесь приобрели площади. Я оцениваю, для нас это хорошее, уникальное предприятие. С нашей стороны, вот я им предложил, у нас есть и льготные кредиты, у нас есть помощь в развитии предприятий, у нас целый комплекс есть мероприятий по поддержке от подобного производства бизнеса. Финансовая поддержка сейчас как никогда кстати. В планах руководства компании модернизация оборудования, открытие новых производственных помещений, а также сотрудничество с торгово-промышленной палатой и Союзом промышленников и предпринимателей городского округа Люберцы. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.